самый главный вопрос, это вопрос 21 века, который надо решать. Это проблема экологическая. Конфликт между человеком и остальной природой достиг таких размеров, что он угрожает тому, что мы можем подорвать сами основы жизни на Земле. Экологическом кризисе. И атмосфера загрязнена, и воды океанов, морей и рек загрязнены. Так дальше жить нельзя, надо действовать. С 1992 года, а в 1993 году уже в полную силу, мы начали действовать. Сейчас наш Зеленый Крест объединяет 30 государств, и мы занимаемся проблемами, которые сегодня нельзя отложить уже ни на один год, ни на один час. Об этом надо говорить. Это надо показывать с тем, чтобы и дети, и молодежь, и взрослые, и политики, и ученые, и промышленники, предприниматели понимали, что все они обязаны помнить, что настал час, когда мы должны говорить, что мы должны спасти нашу землю и продолжать, и создать условия для продолжения жизни на нашей планете. Я уверен, что только их позиция, позиция граждан, общественных организаций, экологических организаций и всех других неправительственных организаций, то есть то самое мировое гражданское общество, может понудить политиков на всех уровнях, начиная от регионального, местного до глобального, решать эти проблемы, причем безотлагательно. Я думаю, что есть конкретные вопросы, которыми, кстати, занимается наш Зеленый Крест. Вот водная проблема. Мы несколько лет занимаемся этой проблемой. Эффективно использовать воду можно только в рамках нормализации всех отношений по вопросам воды в рамках бассейна. Вода требует того, чтобы не только распределить ее правильно в бассейне, но дальше по пути ее движение к потребителям много теряется воды. Это должно быть исключено. Особенно многие потери идут там, где орошение. Мы должны сейчас действовать согласованно, понимая, что никому не справиться с экологическими проблемами, никому не справиться в одиночку. Самой мощной стране требуются совместные усилия.
Я не думаю, что выиграют те страны, которые будут диктовать, используя ресурсы другим странам. Мне думается, для этого надо строить нормальные международные отношения. И эти отношения должны быть демократическими, равноправными, отношениями равноправного сотрудничества. Тогда и эти вопросы будут решаться именно так. Я был и остаюсь оптимистом. Поэтому у меня не приходила мысль, что нельзя решить эти вопросы. А вот нерешение вопросов могло бы осложнить всю жизнь на Земле. И это чревато действительно катастрофическими последствиями. Значит, надо не допустить катастрофических последствий. Надо облагородить нашу планету. Надо общими усилиями решить эти проблемы.